Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас особый случай. Кружат водовороты, кружат водовороты. Ноябрь 81-го, гостиница «Днепропетровск», труп в номере. Байдакова Нина Петровна, 1936 года рождения, из родных только сын. Да, если мне не изменяет память, он тогда был в отъезде, работал переводчиком во Вьетнаме. У погибшей днепропетровская прописка, значит, она в номере не проживала? Верно. Ну, тогда же местным номера не предоставляли. Значит, номер был записан на кого-то другого. Что? Номер закреплен за солисткой оркестра гостелерадио Молдавской ССР, заслуженной артисткой Молдавии Надеждой Чепрагой. Да. Она тогда была очень популярна. Скандал со звездой? Ну, не совсем. Сама Чепрага в номере не останавливалась. Артем, вы читайте, там еще очень много интересного. Я все выяснил. Закрепить-то люкс закрепили, но администратор Чепраги позвонил, сказал, что певица в гостиницу в Днепропетровск ночевать не приедет, а останется в Запорожье и поедет дальше по гастрольному графику. Понятно. Кишиневская филармония. А плотно у нее гастрольный график. Ладно, пошли работать. Мне приснился шум дождя. Концертная деятельность музыкантов и коллективов осуществлялась только через государственные организации. Сам по себе ни один исполнитель гастролировать не мог. Поэтому многие артисты, проживая в столичных городах, числились или, как тогда говорили, были закреплены за провинциальными филармониями и концертными организациями. В Чечено-Ингушской филармонии работали Иосиф Кобзон, Юрий Антонов, Ирина Понаровская, Александр Барыкин. Группа «Диалог» закрепилась за Калужской филармонией, София Ротару и Юрий Богатиков – за Крымской, Анатолий Соловьяненко и Юрий Гуляев – за Донецкой. Легендарный ансамбль «Синяя птица» работал от филармонии города Куйбышева, сейчас Самара. Прописаться в ленинградских или московских организациях было непросто. Тело никто не трогал? Говорят, что нет. Нож, орудие убийства, лежал здесь. На нем кровь жертвы. Отпечатки. Проверим. Алла Андреевна. Угу. Сумка ее. Сейчас надо посмотреть. Документы. Деньги. Пропуск. Ого. 175 рублей. Значит, убили не из-за денег. Я с собой столько не таскаю. Зарплату, наверное, получила. Наверное. Стол накрыт.
Выпито 2/3 коньяка, коробка конфет. Ух ты! Грильяж в шоколаде. Да, в магазине такой не купишь. Ага. Пировали. Узнай в ресторане, кто это все купил. Добро. А что это у нее в руке? Подносовый платок. Как крепко держит. Мертвая хватка. Вот, плакала, слезы, сопли. А вы говорите веселье. Я веселье не говорила. Может быть, она простуженная? На улице вон какой холод. Простуженная? Покраснения нет, нос не отечный. Признаков насморка нет. Ну, значит, получается, картина типичная. Выпивали, что-то не поделили. Вот и ссора. Угу. Ссора может быть и случайная, но шею ей перерезали. Сознанием дела. Что вы имеете в виду, Эдуард Сергеевич? А вот смотрите. Разрез небольшой, но точно по сонной артерии. Видите лужу крови? Большая кровопотеря, 2-3 минуты, смерть. Горничная здесь. Сергей, опроси. Подождите, я сейчас выйду. Понятно. Можно вас? Оперуполномоченный Белый. Зинаида Сушко, горничная. Оставьте нас, пожалуйста. Присаживайтесь. Постояльцы в соседних номерах слышали ссору. А вы? Я тоже слышала. Двое ругались. Мужчина и женщина. О чем? Я не разобрала. Он тихо так говорил, а она орала. Если вы все слышали, почему никому не сообщили? Я сообщила. Только мне сказали не соваться. Кто сказал? Администратор? Я успел проверить журнал гостиницы, и там в записях значилось, что номер не заселен, и вы пошли его убирать. Ну да, администратор наш. Иван Иванович Солянник. Он сказал, что в люксе очень важный гость, и чтобы я в это дело не лезла. И чем же таким он особенным был? Не знаю я ничего. Так, ясно. Иван Иванович Солянник? Я. Как Байдакова оказалась в номере? Зашла, наверное. Артисты всегда ключи через Байдакова получали. Я ей лично вручал. Только артистка вас предупредила, что не приедет. А вы ключи Байдакова ее отдали. Мы это не обсуждаем. Нина Петровна попросила, номер забронировал, все по правилам. По правилам, да? Где журнал регистрации посетителей? Вот. Записи нет. Значит, здесь никого не было? Это как? Солянник, вы знаете, что за сокрытие правды вам? Я видел, как Нина Петровна провела с собой мужчину. Вы понимаете? Филармония. Филармония? А что, филармония не подчиняется советским правилам и законам? Вы первый раз видели этого мужчину? Не в первый. Он у нас регистрировался как-то. Сейчас. Армен Габриэлян. У вас довольный вид. Чему радуетесь? Армен Габриэлян. Ага. Крепкий подозреваемый, как говорят в таких случаях. Я слышу иронию в вашем голосе. Но ведь следствие же его кандидатура подошла. Ранее судимый. В номере был, пришел за 2 часа до убийства. Есть свидетель.
Когда ушел, никто не знает. Угу. Кстати, прежняя судимость за нанесение тяжких телесных. И пальчики на орудии преступления его. Вот именно. А осталось только проверить алиби. И как по-вашему, какой мотив? Ну, я бы ставил наличные мотивы. Например, ревность. Не проходит свечок. А если в следующий раз пройдет, дополнительно троечок дашь? Мы на партию играем, а не на удары. Хочешь, бей, а я лучше свояка в среднюю дам. Армен? Да, а ты кто? Раскатать хочешь? Так я вот занят. Покатаем, времени нет. Ни у тебя, ни у меня. Старший лейтенант Белый. Начальник, что-то грубо. Я при тебе бабки не брал. А мне не надо. Не обидитесь, если ваш товарищ прервется. Нет. Конечно, он не обидится. Целей гроши будут. Начальник, бог с ним. Дай один удар сделаю. Ну, на интерес. Он говорит, что тут свояк не пройдет. Сволочь! Зря ты это, зря! Пойди! Садись! Вот он, гад! Спокойнее, спокойнее. В смысле спокойно, Алла Андреевна? Кием бильярдным по башке треснул! Спокойно. Зачем вы напали на сотрудника милиции при исполнении? Так ведь я даже не понял. В смысле, ты не понял, чего ты трындишь? Я же тебе ясно сказал, старлебел, тихо, дам все! Спокойнее! Чего вы не поняли? Я думал, что он от Гарика Черного. Ты еще кто? Игорь Черняев. Я ему денег задолжал, а он не торопил с долгом, а потом в один момент все потребовал. Грозился, что мента знакомого на меня натравит, а я ему сразу сказал, что ни один мент за это не возьмется, дело-то незаконное. Я его отмудохаю, а потом еще расскажу, за кого он подписался. Очень интересно. Да ничего интересного. Я вот вашего за подосланного мента принял. Это сказки про белого бычка. Что вы на это скажете? Только не нужно разыгрывать комедию. Бедная Нина. Судя по деньгам в кошельке и по накрытому столу, не самая бедная. Это ваших рук дело, Габриэлян? Чистосердечное признание, может? Какое чистосердечное? Да вы в своем уме. Выбирай выражение. Свидетели видели, как за 2 часа до смерти Байдаковой вы входили в гостиничный номер «Люкс». Да, было такое, не спорю, но я там всего минут 15 был. И что вы там делали? Ну, у нас с Ниной, ну, эти отношения личные. А потом она узнала, что у меня есть жена. Это когда вы к ней в номер пришли? Нет, раньше было. А потом я предложил ей встретиться, разобраться во всем. А она пригласила меня в 304 номер. Я еще коньяк с собой принес. Ну, и что скажешь? Может, сначала выпьем? Наливай. Нина, ты хорошая женщина. Очень хорошая. Прости. Я и сейчас не против. Свободные отношения, все такое. Это у кого они свободные? У тебя? А я? Арменчик, родненький, ну пожалуйста. Ну вот и скажи. Ты тут только скажи, ну ни в чем же отказа не будет. Ну, пожалуйста, ну брось свою жену только. Прости, жену не брошу.
Ну тогда пшел отсюда. Чтоб я тебя близко больше не видела. Прости, что все так вышло. Все так тихо, мирно. Да вашу ссору весь этаж слышал. Да вот это неправда. Нина вела себя тихо, да и я никогда на женщин голос не повышал. Вот результаты дактилоскопической экспертизы. На орудии убийства отпечатки ваших пальцев. Я лимон резал. Может быть, я чего-то не понимаю. У вас молодая, красивая жена. Зачем вам женщина 45 лет? Так, женщины после 40... Очень темпераментная. И Нина огонь была. Избавьте меня от этих подробностей. В гостинице Днепропетровск обнаружена убитая Нина Байдакова, заведующая билетным хозяйством местной филармонии. Ей перерезали горло. Незадолго до смерти горничная через дверь слышала, как женщина ругалась с каким-то мужчиной. Следствие выяснило, убитая в номере встречалась с любовником, ранее судимым Арменом Габриэляном. На допросе Габриэлян отрицает свою причастность к смерти Нины. В котором часу вы вышли из номера? Да я же говорю, 10-15 минут максимум. За 10 минут бутылку коньяка выпили? Да одну рюмку. А потом пошел шары катать. Да вы в бильярдной у любого спросите. Все меня там видели. Спросим, спросим. Габриэлян тут ни при чем. У него алиби. Затеял драку в бильярдной. Ну, и куда двигаться дальше? Я бы размышлял так. Нужно все равно искать в кругу знакомых. Близких знакомых. В номере выпивали, ссорились. С малознакомыми людьми ни то, ни другое. Согласна. И еще деталь. Вы, Артем, когда из дома уходите, ключи с собой берете? Ну, я тоже. И мои ключи всегда у меня в сумочке. Стоп. Ключи. У Байдаковой в сумочке не нашли ключи от квартиры, а жила она одна. О, ну вы растете в моих глазах. Ой. Алла Андреевна, вот что мы нашли в ванной комнате. Пластиковое ведро, а в нем обручальные кольца, сережки, цепочки, золотой лом. Ясно, приобщай к делу. Ну, жировала покойная. Есть. Отдался. Ого. Вот это тебе артистка филармонии. Выходит, те 175 рублей были и так на расходы, а не зарплата. Угу. Товарищи милиционеры, я хочу сделать заявление. Дело в том, что Зинаида знала о незаконных сбережениях покойной. Что? То! Понедельник вечером вижу, как незнакомый проник в квартиру Байдаковой. А если стали свидетелем, почему не заявили? А она меня уболтала. Да, я хотел заявить. Да нас уболтала меня, я старый дурак, ее послушал. Зинаида, это правда? Кого вы видели? Ну, в понедельник вечером я посмотрела в дверной глазок и видела, как незнакомый мужчина открывал ее дверь Байдаковой. Но я видела его со спины и подумала, что это ее очередной. Вот. Ну, я позвонила, и тишина. А я его на лестничной площадке увидел с большой сумкой. Я говорю, вы кто? А он текать от меня.
А тут Зинаида выходит. А она уболтала меня. Говорит, зачем? Михаил Кондратьевич, да? Подходите к оперативнику и опишите ему мужчину. Сделаем. А я с вами, Зинаида, более детально побеседую. Присаживайтесь. Вы понимаете, что вы скрыли преступление? Мы бы по горячим следам. Проникновение было в тот же день, что и убийство. Да я... Рассказывайте, что вы знаете о нетрудовых доходах Байдаковой. Клянусь, не знаю. А о ее любовниках вы в курсе? Вы же вроде подруги были. Ой, да какие подруги? Мы просто соседки. О любовнике я ее случайно узнала. Нинулик, привет. У тебя лавровый лист есть? А то у меня закончился. Ух ты! Какая ты! И что за повод, а? Зинуль, ты прости? Ниночка, а где у тебя бокалы? Ты завтра заходи, хорошо? Ну ладно, давай. Завтра заходи. Ладно. Пока-пока. Может быть, это просто знакомый был? Как же знакомый. Я к ней на следующий день зашла. Она счастливая такая, розы на столе. А на пальчике новое золотое кольцо. Ой, Зиночка, дорогая, заходи. Я как раз только-только кофе сварила. И смотри, я тебе здесь вот специи приготовила. И лавровый листик, помнишь, ты просила? И специи. Так я купила уже. Купила она. Это ж грузинские специи. Таких ты никогда не пробовала. Ах, ну если грузинские, тогда спасибо. Всегда пожалуйста. Вот ты соседка даешь, а? Ну вот как ты не боишься? А ты о чем? Я кавалерия твоя. Я-то этих грузин знаю. Вотрется в доверие, а сам уголовник. Во-первых, он армянин. А во-вторых, ничего такого. Он сидел? Ну, сидел. И что? А то, что не ты ему нужна, а твое добро. Ну, какое такое добро? Ну, Зина, ну, посмотри. Ну, где ты видишь тут добро? Да тут давно все пора поменять и выкинуть нафиг. И где же ты деньги возьмешь? А ты мои деньги не считай. Подведет тебя твой армянин, а? Вот послушай мой совет. А знаешь что, Зиночка? Ты забирай специи и иди домой. Тоже мне советчица нашлась. Я-то пойду. Ты давай. А вот ты пожалеешь, что меня не послушала. Конечно, накаркай мне давай. Иди. У меня дел полно. А мужчина, который проник в квартиру Байдаковой, был похож на любовника кавказца? Нет, это другой. Она такая, как фифа стала. Стала красиво одеваться, французские духи, квартиру вон обставила. За какие деньги? Но сын у нее неплохо зарабатывает. Он во Вьетнаме переводчиком работает. Но он ей денег не высылал. Он собирал себе на будущее. И работу она не меняла. А может, она краденое продавала? Ей этот урка приносил. Но не мог молодой запасть на нее без какого-то интереса. Спасибо. Мы дальше сами разберемся. У меня тоже все. Сереж, а кто мог еще знать о том, что Байдакова в гостинице? На работе, может, знает. Нужно туда съездить. Здравствуйте. Следователь Лыкова. Фирсов, экономист отдела. Мне нужно осмотреть рабочее место Байдаковой. Пожалуйста. Вот оно. Она была такой аккуратисткой. Да, я вижу. Мне нужно будет здесь все осмотреть. Вот постановление на обыск в отделе билетного хозяйства. Ага. Хорошо. А где финансовые отчеты? А это вам необходимо в нашу бухгалтерию обратиться. А что случилось? Могу я поинтересоваться?
квартире у вашей начальницы мы нашли значительные сбережения. А что значит значительные? У нее зарплата была 180, у меня 150. Ну, премия 20-25 рублей. Нет, конечно, зарплата хорошая, но... А вот по вашему мнению, что могло стать причиной убийства Байдаковой? Я даже не знаю. Я ее, конечно, очень уважал, но у нее была слабость. Мужики. Она вечно свяжется с кем ни попадя. А это что? А это отчет о концертах и количестве проданных билетов. У нас секретов нет. Мы можем вам предоставить любую документацию. Угу. Посмотрите опись изъятых ценностей. Да-да. 29 тысяч рублей и золотых украшений на 3 тысячи. Откуда это у вашей матери? Я не знаю, откуда у моей матери столько денег. Когда я уезжал за границу, она жила, как все, на небольшую зарплату и скромную премию. Да, когда я возвращался в отпуск, она стала одеваться хорошо, но в квартире все еще по-прежнему было. А это все... А сейф? Да я же вам говорю, 3 месяца назад никакого сейфа у нее еще в помине не было. А вы знали, что у вашей матери был молодой любовник? Ну да. Она говорила, что не одна. Я попросил нас познакомить, но она отказалась. Мама вообще не очень посвящала меня в свои личные вопросы. В день убийства в квартиру вашей матери приходил незнакомый мужчина и ушел с большой сумкой. Нам пока не ясно, была кража или нет. Вы заметили, что-нибудь пропало? Да. Вот шкатулка, она здесь на трюмо всегда стояла, она пустая. Здесь нет золотых украшений, которые маме от моей бабушки достались. Давайте составим опись украденных ценностей. Я дам ориентировку. Спасибо. Дата затерлась. Не видно текста. Интересно, сколько они ждали, пока сработает ориентировка на украшение? Ой, вы правы. Обычно искать ценности по ориентировке – это все равно, что иголку в стоге сена. Но тут как раз за 3 дня вычислили, кто. Где-то я делала копию этого протокола, пока он еще был в состоянии, когда его можно было прочесть. Сейчас. А, вот. Вот, пожалуйста. Золотой набор заметил местный участковый на некой Екатерине Светловой. Вот, а любовником Светловой был матерый вор-домушник по кличке Шустрый. Угу. Хотите, у меня на него 3 дела лежат. А соседи опознали его? Во, как погнал! Давай за ним! Давай, не жалей, наступи немного, поехали! Вот гад повернул дворы, давай за ним! Там перехватим, я знаю здесь дворы. Стоять, милиция! Да пошли вы, легавые! Да что вы за люди такие, мусора? Что я такого сделал? Напомню тебе, квартиру Нины Байдаковой кто обчистил? Какой еще Байдаковой? Что на социалистической 38, вспоминай! Ты обчистил, вспоминай, говорю! А это что такое? Все, добегался, дружок, добегался! Давайте, грузите его. Алла Андреевна. Ну, как все прошло? Отлично все прошло. Смотрите, какую интересную сумочку вы выудили у задержанного. Да. Сосед Сергеенко видел у мужчины похожую сумку, которая выходила из квартиры погибшей. Так, это билеты филармонии, а это у нас... А,
Документы отдела билетного хозяйства. Билеты пересчитывали? Пересчитаем. Слушайте, интересная история получается. У нее под ванной килограмм золота. Весь сейф забит деньгами, а вор крадет билеты. Может, он решил всех блатных на концерт пригласить? Разберемся, разберемся. А ну смотри, видишь, номер 349. При правильном учете номера билетов совпадать не должны. Проверьте, сколько еще таких совпадений? Будет сделано. Там еще тетрадка какая-то. Угу. Интересно. Тут черным по белому написано, что концертов официально было два. А реально шесть. И еще, видишь, денежные суммы. Что это? Сережа, это черная бухгалтерия всей филармонии. Андрина, ну потом само место, ну... Все пересчитать, все проверить. Проверим. Ну и как вам поворот? Да уж, теперь понятно, откуда у Байдаковой такие деньги. И фамилии в тетрадке ведь непростые. Вон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Анатолий Соловьяненко. Как она это все проворачивала? Ну, схема простая. Артисты давали 6 концертов. 2 из них проводили официально, а остальные 4 нет. Деньги делили между теми, кто причастен. Кстати, артисты об этих махинациях могли и не знать. Но ведь их директора об этом знали. Вон, напротив каждой фамилии, фамилия директора и суммы. И о чем вы задумались? Я вот думаю, при чем тут Шустрый? Какая его роль в этой схеме? Ну, здравствуй, Максимчук. Как тебе в родных стенах? Здрасте. Нормально. Мне повезло. Ты почувствовал себя королем города. Забыл об осторожности. А короля, как известно, поймать намного проще, чем крысу. У тебя в сумке 36 тысяч билетов. Зачем они тебе? Не знаю. Не знаешь? Ну, так я тебе расскажу. В этот раз это уже не квартирная кража, а участие в группе организованной преступности по похищению социалистической собственности. И за такое 15 не дают, только вышку. Я квартиру вскрыл и все. Я тянуть за чужое не собираюсь. Что я? Вы что, попросили меня? Знакомый попросил. Заказчик четко указал, что нужно вынести. А деньги и золото оставлю себе. Как-то ты грязно сработал. Драгоценности под ванной не нашел. Сейф не вскрыл. А мне много не надо. Взял, что сверху. Чуял, что могут запалить. Имя знакомого? Бенни Зеленый. Только можете в городе его не искать. Он после этого из Днепропетровска удрал. А имя заказчика Бенни тебе не говорил? Не, а... Я и не допытывался. Одно только понял. Мужик он толковый. Знает, что, как, перчаточки, чтоб не наследить. В общем, похоже, он сам по квартирам промышлял. Ключи от квартиры тебе Беня дал? Нет. Сам потянул у хозяйки. Я мог дверь Фомкой вскрыть, но Бенни попросил, чтобы все аккуратно было. И я так и сделал. Ha ha ha!
То есть Байдакова ты не убивал? Ее что, убили? Не. Я что, больной какой-то? На мокруху никогда. Проверим. Тебе все равно чалится. В дом родной рано или поздно. Когда договорились сумку заказчику передать? Беня предупредил. Будет другой человек. Но он в отказку ушел. Я на следующий день подъехал на точку. Смотрю, подъезжает машина заказчика. Вот, карета. В общем, спалили его. Номера машины видел? Нет. А лицо его видел? Опознать сможешь? А что мне за чужие грехи тянуть? Опознаю. Отпечатки вора Максимчука на орудии убийства я не обнаружил. Поэтому проверил всех преступников, которые привлекали за убийством, а также нанесение тяжких увечий. Ну и что, нашел? Нашел. Отпечатки принадлежат москвичу Василию Степанчикову. Ознакомьтесь. Степанчикова разыскали за разбойное нападение на квартиру директора Московской филармонии Зиновия Синовского, а также нанесение хозяина квартиры тяжких телесных повреждений. Особых примет не обнаружили. Единственное, незначительно заикается. Вот только как Степанчиков и Байдакова пересеклись? Кого-то он мне напоминает, этот Степанчик. Человека с такой фамилией среди сотрудников Днепропетровской филармонии и записей Нины Байдаковой не было? Ребят, подвезете на Ленина 19? Да, конечно. А зачем вам? У меня там встреча. С кем у вас встреча? С директором Шаховым. Поехали. В гостинице Днепропетровск обнаружена убитая Нина Байдакова, заведующая билетным хозяйством местной филармонии. Ей перерезали горло. Следствие выяснило, убитая занималась организацией левых концертов. Вор-домушник Игорь Максимчук в вечер убийства выкрал из квартиры Байдаковой документацию, которая касалась ее незаконной деятельности. На допросе Максимчук сознался. Ограбление ему заказал некий Беня Зеленый. Его интересовали только документы по неучтенным концертам. Здравствуйте. Следователь Лыкова. Аркадий Шахов. А это вам. Интересно. Билет на Винокура? Оставьте себе. Я как раз об этом хотела с вами поговорить. Дело в том, что мы нашли тетрадь Байдаковой. Это черная бухгалтерия. Мы все знаем о ваших махинациях с концертами и неучтенными билетами. И если вы мне сейчас все расскажете, я вам обещаю оформить явку с повинной. Это хорошее предложение. И другого не будет. Я уже оценил. Спрашивайте. Расскажите, как работала схема? Байдакова сама договаривалась с директорами артистов или это делал кто-нибудь другой? Нина сама напрямую никогда ничего не делала. Со мной работал какой-то мужчина. У него еще был небольшой дефект речи. Он же и отдавал деньги. С дефектом речи? Вот этот? Нет.
Хотя, погодите. Похож. Может, и он. Но он сильно изменился. Интеллигентнее стал, что ли. Очки и прическа другая. Я тоже так сделала, когда читала это дело. Ну, ладно, внешность можно изменить, но фамилия. А вот вам заявление от гражданина Константина Крысяка, который решил взять фамилию своей жены Марины Фирсовой. Вот, в связи с неблагозвучностью. Пожалуйста. А вот вам его фото. Так это же Степанчик. Что-то случилось? Есть пару вопросов. Сделайте ко мне чаю. На улице так холодно. Конечно. А скажите, с кем из директоров артистов Байдакова была дружна? Да вы знаете, она со многими общалась, а с кем дружила, я даже не знаю. А ссорилась с кем? Опять-таки, я не знаю. Она меня в личные дела не посвящала. А может быть, вы со своей женой были у нее дома? Ну, скажем, на дне рождения. Нет, ни разу. Хорошо. А подпишите здесь, пожалуйста. Это так, простая формальность. Вот здесь внизу. С моих слов записано верно. Ну, что у тебя? Он. Черковическая экспертиза подтвердила, что почерк тетради черной бухгалтерии и на протоколе идентичны. Понятно. А ты знаешь, какие у него очки были? С нулевыми стеклами. Ни плюс, ни минус. Что по отпечаткам? Отпечатки на протоколе принадлежат вору Василию Степанчику. Они тоже совпадают и с отпечатками на ноже. Значит, Фирсов и есть Степанчик. И он же наш убийца. Оснований достаточно. Лыкова, мне нужна санкция на задержание Фирсова и обыск в его квартире и даче. Оперуполномоченный Белый, вы задержаны по подозрению в убийстве. Вставайте, одевайтесь. Степанчик, не дури, слазь. Да пошел ты, легавый! Собака в то же самое место! Зря ты это, зря! Ну что у тебя? Да глухо. Да что ж такое-то? Ищи. Здесь нашел. Тут. Понятые, подойдите. Здесь?
Деньги. Золото. Жемчуг. И еще деньги. Интересно, что он теперь запоет? А? Узнаем. Товарищ Максимчук, посмотрите внимательно на этих людей. Вы кого-нибудь из них узнаете? Узнаю. Вот он. Вы свободны. Уводите. Присаживайтесь, товарищ Фирсов. Спасибо. Ну что, это для вас аргумент? А я, кажется, видел этого гражданина раньше. Точно, он к Нине Петровне на работу приходил. Возможно, меня видел в кабинете. Вам бы на актерский. Ваши отпечатки совпали с отпечатками на ноже. Вы и дальше будете выдавать себя за Фирсова и отпираться. Чисто сердечное оформим, гражданин начальник. Посмотрим. Вам не срок скостить надо, а от вышки уйти. У нас ведь все есть на вас по директору Московской филармонии Ясиновскому. Ладно, начну сначала. Я, когда хату в Москве Ясиновского бомбанул, понял, что я по сравнению с ним младенец. Вот по ком нары плачут. Там я билеты и увидел. Ну, я так с ним пообщался чуток. Он мне схему всю и рассказал. Пришлось в филармонию устроиться, чтоб провернуть эту аферу. Там, правда, начальница Нина Петровна в темные дела не хотела влазить. Ну, взрослый сын, пристроен. А я хотел оформить ей красивую жизнь. Что ж так не везет, а? Партия. Ну и сколько я тебе должен? Сегодня 100, а вообще 700. Долг можно и списать, работенка есть. Соблазнишь мою начальницу Нину Байдакову. Я списываю все долги. Да ладно. Ты серьезно? Женщин любишь? Ну да. Ну вот и договорились. А Габриэлян знал, зачем это вам нужно? Нет. Делиться не хотели? А зачем? А Армен тупой, как пробка. Он по итогу-то это дело-то и завалил. Как? Он собственную жену в номер люкс привел. Хотел показать ей гостиничный шик. Ну, там их Байдакова и застала. Ну что там с директором землян? Договорились? Работаем? Пока нет, ну куда не денутся. Все будет в ажуре, ну, Ниночка. Работать, понял? Что здесь происходит? Это что? Вы кто? Выйдите отсюда немедленно! Это ты кто? Армен, ты начал сюда шлюх водить? Сама шлюха! Отвернитесь! Паспорт ей покажи. Это моя жена.
А вот это все придумал он. Конечно. Заварил кашу. А теперь расхлебывай. Тамара, подожди! И все это только для того, чтобы втянуть меня в эту схему? А на что ты рассчитывал? Что я никогда ничего не узнаю? Подонок. Я просто так это не оставлю. Да она была сама не своя. Совсем с ума сошла. Хотела и себя, и меня в ЛБХСС. Ну или меня слить, а самой остаться при делах. И вы решили ее убрать? Да. Ну, при этом забрал билет и тетрадки с записями. Главные улики. Угу. Вот тогда я и решила обратиться к Бене Зеленому, чтобы он мне Шустрого подогнал. А зачем было просить вора открыть квартиру родными ключами? Байдакова не заявила бы. Понимаю. Вы Максимчука подставить хотели? Ну, видите, вы же на него и подумали. Так а что? В хате он был. Был. Отпечатки его, его. А мне стоило только за ним зайти и все. Чего ты приперся? Ради чего я повелась? Ты мне жизнь сломал. Ниночка, я тебе эту жизнь организовал. Организовал. Красиво организовал. Мужика красивого подсунул. Зачем ты так? У тебя в жизни еще этих арменов вагон будет. А ты готовься вагоны разгружать. Расскажу. А я сяду. Да, сяду. Ну и тебя за собой потяну. Сама себе выписала билет на тот свет. А почему вы сумку у Максимчука не забрали? А, ну так менты нагрянули. Как говорится, береженного Бог бережет. Я решил, встретимся потом. Ну, а вы его первый сцапали. И тут я и прокололся. Да, грустная история. Одинокая женщина хотела любви, а получила... Ну, может быть, я покажусь вам жестокой, но Байдакова знала, на что шла. Не девочка. Но все-таки она могла же никого и не сдать. Степанчик решил перестраховаться. Кстати, его расстреляли. Да. А что с поддельными билетами? Кого-то еще привлекли? Ой, был грандиозный скандал. Правда, тогда скандалы газеты не писали, телевизия не рассказывала, да интернета тоже не было. Да, и у многих директоров и артистов были очень влиятельные знакомые. А кого-то, кроме Степанчика и Шахова, привлекли? Не знаю. Знаю только, что несколько известных артистов после того, как разразился скандал, поменяли директоров. Сегодня сюда мало кто заходит.
Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел, истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики, они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас. Особый случай. О! Краснодар, 1975 год, частный сектор, дом заслуженного изобретателя СССР Виктора Каменского. Убит хозяин дома тремя выстрелами из пистолета. Одно из самых запутанных дел, представляете? Сын был дома, но выстрелов не слышал. Вот как вы думаете, почему? Ну, у меня сразу несколько вариантов. Первый, сын в сговоре и просто утверждает, что не слышал выстрелов. Логично. Второй, были какие-то факторы, которые помешали ему услышать выстрелы. Ну, не знаю, к примеру, громкая музыка или шум отбойного молотка. Угу, так, понятно. Ну и третий, хорошая подготовка преступника. Например, глушитель на пистолете или, может быть, он знал очень хорошо этот дом. Вот это вы хорошо сказали. Он знал даже то, что знать ему было вовсе не положено. Я вас услышал. И это очень хорошо. Здоров. Родственники. Вы родственники? Соседка. Это я милицию вызвала. Это сын Виктор. А почему вы? Вон же телефон стоит. Сергей глухой. Вот ко мне и прибежал. Что произошло? Что произошло? Что произошло? Не кричите! Я по губам понимаю. Что произошло? Я пошел на кухню, попить воды. Смотрю, а папа лежит. Позвоните Элле! Пусть придет, позвоните Элле! А кто такая Эля? Сожительница его отца. Она по-немому понимает. А парень давно такой? 10 лет назад машина сбила. А потом еще и мать родная отказалась.
Выстрел в упор? Да. В грудь, живот и голову. Живым не собирались оставлять. 9-й калибр. Похоже, пистолет. Орудие убийства не найдено. Есть отпечаток от обуви. По размеру 42-43, мужской. Обувь на каблуке. Позвонили, Элле! Ты кто? Это сын. Он обнаружил тело. Парень глухой, но по губам читает. Ты обувь на каблуке носишь? Что с тобой? Где? В котором часу обнаружил тело? Около 10 часов. Позвоните! 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 Расследи, чтобы успокоился. Мне нужны зацепки. Есть одна странность. Входная дверь на кухню с улицы. В двери с наружной стороны ключ. А вот что я нашел на крылечке. Еще один замок? Отворот. Убийца обронил. Вполне возможно. Ключ без отпечатков. Умеешь ты все усложнить. Заканчивай здесь. А я с сыном поговорю. Борис Семенович, в паспорте убитого два штампа о разводе. Двое детей. Софья Викторовна Каменская, 1950 года рождения. И Сергей Викторович Каменский, 55-го. Ключ! Узнаете? Отворот! Надо проверить вашу и папину связки. Кто-то потерял ключ. А потерял этот ключ 3 дня назад новый сделал. Где заказывал? Мастерская. В конце улицы. А почему во входной двери торчит ключ? Папа мог оставить. Часто забывал. У нас 2 входные двери. Одна главная, а вторая на улице. Борис Семенович, у вас очень хорошо получается. Там на кухне в мусорном ведре разбитая рюмка и пустая бутылка из-под водки. Рюмку при вас разбил. Папа разбил. Советский Союз за второе полугодие 1974 года импортировал на Кубу 500 рейсовых автобусов. Вон так надо! Вон, благодаря мне, сколько наша страна в этом году сможет заработать! Подъемниками для инвалидов. Пассажир в инвалидном кресле сможет сам заехать в автобус и разместиться на специальной площадке внутри транспорта. У метеорологов с полярной станции «Югорский шар» обычная будничная работа. Но она очень нужна навигаторам Северного морского пути, ну, летчикам полярной авиации, всем тем, кто живет и работает на крайнем севере. Ежедневно... Ты же обещал не пить! Передают данные своих... Обещал? ...и показания приборов... Что будет от одной румочки? Я же сказал, не капли! Или к мамаше в своей алкашке поедешь? На основании этих сведений синоптики составят карты, по которым будет предсказана погода. Так советские люди, работающие в бескрайних снежных просторах севера, своим трудом помогают решать народно-хозяйственные задачи. Значит, ссорились с папой. Сереженька! Белых, воды подай. Сереженька!
Давайте быстрее, еще очень много дел. Грузите уже. Я закончил. Поехал в морг. С заключением не затягивай. Конечно. Товарищ следователь, не хотела при Эльке, но сегодня утром к Вите Маша приходила, мать Сергея. Зачем? Ну как зачем? Ругаться. О, явление! Пришла сына увидеть. Он, слава богу, на работу уже ушел. Слушай, ты хочешь мне запретить с ним видеться? Ты уже 7 лет родительских прав лишена. И при том он видеть тебя не хочет. Он после твоих визитов пить начинает. Заботливый папаша, ты почему на Соньку все переписал, а? Не твое дело! Хочешь инвалида стать? Без денег, без жилья. Я жаловаться буду. Жалуйся! Скотина! Сволочь, сыну ничего не оставил! Значит, Сергей работает? Ну, одно название. Пару часов в обществе глухих. Понятно. В котором часу ругался Каменский? Где-то около 10 утра. А что вы можете рассказать про этого Марию? Так а что я знаю? Все же на глаза. Витька с первой женой развелся. Она женщина серьезная, в Краевой газете работает. С Машей познакомился. Красивая, но закладывала. А когда сын родился, так она вообще с цепи сорвалась. Витька на работу, а она пить. Короче, ребенок неприсмотренный. Вот под машину и попал. А нынешний муж у нее художник. Только я фамилии не знаю. Борис Иванович. Вы свободны, спасибо вам. Смотри. В доме оружие было? Да. Пистолет. На шкафу в чемодане. Как же мы теперь будем жить? Пусто. Тут был. А разрешение на пистолет есть? Думаю, нет. А откуда взял? Говорил? Витя же конструктор. Их КБ работало с Министерством обороны. Они получали разное иностранное оружие, разбирали, пытались модернизировать. Он выточил детали по образцам, дома собрал. Что именно? Что именно? Пистолет. Верлот. Да, верлот. После окончания Второй мировой войны советские ученые и конструкторы, работающие на оборону, получили множество образцов оружия и военной техники Германии и стран-союзников. Задача, которая перед ними стояла, их изучение, модернизация и дальнейшая разработка с перспективой оснащения советской армии. Пожалуй, самым ценным трофеем оказались немецкие ракеты «Фау-2», для изучения которых по инициативе Льва Михайловича Гайдукова создали в советской оккупационной зоне Германии институт «Нордхаузен». Главным инженером назначили вчерашнего заключенного Сергея Павловича Королева. Через 4 года ученые разработали отечественный вариант ракеты, который получил название «Р-1». Модернизацию многих образцов иностранного оружия останавливали как неперспективную. Оружейные специалисты, в частности, пристально присматривались к английскому пистолету «Велрот», разработанному в 1942 году.
Бесшумный магазинный пистолет активно использовался диверсионными группами в Западной Европе. Однако существенно модернизировать пистолет не удалось, и от его выпуска в Советском Союзе отказались. Верлот, что ты слышал? В собственном доме застрелен замначальника Краснодарского опытно-конструкторского бюро Виктор Каменский. Орудия преступления на месте не нашли. Из дома пропал пистолет хозяина. Сергей, сын убитого, в этот момент был дома. Но парень ничего не слышал, он страдает глухотой. Выйдя из своей комнаты, Сергей обнаружил тело отца. Выяснили, у погибшего были сложные отношения с бывшей женой, матерью Сергея. Накануне смерти она приходила к Каменскому, они ссорились. Я, Сергей Викторович Каменский, отказываюсь от наследства в пользу сестры своей, Софьи Викторовны Каменской, и обещаю не оспаривать завещание, написанное моим отцом Виктором Ивановичем Каменским. 1 ноября 1974 год. Папа сказал, я подписал. Нотариально заверенное? Он что, завещание собирался писать? К смерти готовился? Да что вы такое говорите? Витя был полон сил. Зачем ему завещание? Адрес Софьи дайте. Воровского, 13, квартира. Подъезд угловой, второй этаж, дверь слева. Только она уехала. Куда? Совхоз «Культура», кажется, очерк пишет. Она журналист в советской Кубани. Проверим. Продолжай. Кто мог знать о пистолете? Витя ни от кого не скрывал. А враги были? Нет, конечно. Фиманов! Это кто? Жених Совки! Он из одного КБ с Виктором. А конфликт в чем? Витя считал, что Максим Соня не пара. Виктор Степанович, что вы сказали Соне? Сказал, чтобы другого жениха искала. Не устраиваешь ты меня. Почему? Потому что я в тебе не уверен. И поэтому предупреждаю, ничего не дам. А нам ничего и не надо. Мы сами заработаем. Но если ничего не надо, зачем ты тогда пришел? Да я чисто по-человечески пришел поговорить. По-человечески будет так. Оставь Соню в покое, я тебе помогу с карьерой. Помогу с карьерой? Вы присвоили мою разработку. Это называется «помогу»? Привыкай к жизни. Я был молодой, меня отбирали. Сейчас ты молодой. Все логично. А он мог знать, где хранится пистолет? Не уверена, но то, что пистолет есть, знал точно. А какой размер обуви носил Виктор и Сергей? У Виктора 44, а у Сергея примерно 42. Борис Семенович, там Петрук. Разговор еще не окончен. Вот, Борис Семенович не сразу заметил. След такой же, как на кухне. Кровь, скорее всего, убитого. Заканчивайте тут. Завтра утром я в КБ, а ты, Дима, к Софье наведайся и к матери этого глухого парня. Понял. До завтра. Уже до сегодня. Не умничай. Так, ну что, определим круг подозреваемых. Сын мог? Ну, мог. Отец грозился лишить его денег. Ну, тогда его мать могла. Угу. Она на эти деньги рассчитывала. И дочь Софья. Тем более, что она знала, что отец составил завещание. Тем более, что отец может передумать. Но есть человек, который
явно желал смерти Каменскому. Это Максим Пиманов. Ну да, ну да. Каменский его и по работе обидел. И как зять удает ему отворот-поворот. Так вам кто кажется наиболее вероятным кандидатом в убийцы? Ну, я бы начал с Максима. Страшная. Страшная потеря. Такой специалист. С кем он конфликтовал? Ну, вы такие вопросы задаете. Простым человеком он не был. С Пимановым? Да, причем странно. Сам его привел, а потом разругались. Каменский воровал его изобретение? Нет, там личное. Пимонов встречался с дочкой Каменского, а тот был против. А я слышал про автобусную подножку для инвалидов. Максим придумал, а Виктор присвоил. В нашем КБ нет никаких незаконных присвоений. Шляпу подними. Сядь и продолжай. Про Каменского и Пиманова. Каменский требовал, чтобы я уволил Пиманова. Тебе причины для увольнения нужны? Так вот, за последние полтора года ни одно новое изобретение. Зачем нам такой сотрудник? Виктор Иванович, ну не лезь в бутылку. Пиманов талантливый парень, дай ему нормальную характеристику, и он уйдет в другое КБ. Ты с ума сошел? Нет! Этому выскочке! Виктор Иванович. Кто займет место Каменского? Пиманов. Молодой, но талантливый. Где мне его найти? 112-й кабинет. Ты с ума сошел? Сейчас это невозможно! Соня, да у тебя скоро живот полезет. Ну что, отца убили? Или тебе завещание покоя не дает? Так вот я тебе скажу. Да что ты несешь? Успокойся. Пименов? Максим Степанович? Да, извините, мне сейчас... Прокуратура. Следователь Никишов. Я вас слушаю. Это Софья ушла? Дочь покойного Виктора Ивановича? Да. А Виктор Иванович знал, что он скоро станет дедом? Нет. А чего ж скрывали? Это могло бы его смягчить. Вы его просто плохо знали. Он был очень упертый. Упертый и не бедный. Хорошо зарабатывал. Ты на сбережения его рассчитывал? Что? Вы что, услышали Соню и туда же? Да если бы мне нужны были деньги, я бы их с него получил. Как? Он мне сам их предлагал. Предстоит техническая выставка в Францию. Я хочу рекомендовать тебя. Париж? Да. А по приезду мне нужен заместитель. Но я так понимаю, все не просто так. Нет. Мои условия. Оставь Софью. Знаете что, Виктор Иванович? Если бы вы не были вдвое старше меня, я бы вам врезал. Ну вы и сволочь. И вот еще что. Если вы хотите меня уволить, то знайте, что по собственному желанию я не подпишу. Если хотите увольнять, то увольняйте по статье. Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Красиво рассказываешь. Прям хочется поверить. Модные туфли на каблуках. Ты задержан. В смысле? Поехали. Я не пойму. О, вы уже здесь? Умеете удивить? Вы же сами назначили время совещания. Обувь снимай. Да что у вас за методы? Объяснить хоть можете?
очень похожи на следы ботинок места убийства. Заберу на экспертизу. После экспертизы чистосердечно уже не приму. Хорошо. Хорошо, да. Я был вчера вечером у него дома. Но я его не убивал, я клянусь. Он меня сам пригласил. Записку написал. Завтра 21:40 приходи ко мне, Каменский. Вовремя пришел? Да, ровно 21:40. Согласно заключению, это приблизительное время смерти Каменского. Ну, не убивал я его, ну честное слово. Я когда к нему пришел, он уже был мертв. Виктор Иванович! Мы опять забыли калитку закрыть. Так почему ты в милицию не позвонил? Да я не знаю. Где записка? Я не помню. Ну, может, выбросил. Тогда хана тебе. Никто в эти сказки не поверит. Ну, скажите, ну, зачем мне нужно было его убивать? Причина у тебя – букет, Софья, наследство, проблема на работе. А наследство мне никто ничего не говорил. Софья ничего не рассказывала? Нет. А как это доказать? А у тебя был мотив, а это главное. Уведи. Ну, пожалуйста, ну послушайте, ну слушайте, я вспомнил. Перед тем, как к нему зайти, выбежала какая-то женщина со двора. И описать сможешь? Нет, было темно. Но я могу сказать, в чем она была одета. Это коричневая балоневая курточка и вязаный шарф. Это могла быть и Эля. Эля была у матери. Зачем ее убивать? Она даже не жена. Рассчитывать не на что. В камеру его. Пожалуйста, ну послушайте, ну зайдите ко мне домой, ко мне в квартиру. Там ключ под половичком. Ну найдите эту записку. Не он это, Борис Семенович. Умеешь ты выводы делать? Почему? Ну, посудите сами. Мужики ж так не стреляют. Ну, слишком эмоционально. И что ты мне прикажешь? Искать непонятную женщину? Как? Ну, не знаю. Он же сказал, куртка, шарф. Тебя экспертиза ждет. Что там с этой матерью глухого? Марию нашел? Она теперь по мужу Яншина. Оба квасят по-черному. Соседи сказали, что со вчерашнего дня их не видели. Он художник. Отправь туда ребят, пусть подежурят. Кстати, Софья сегодня утром видел в КБ, а Эля говорила, что она в командировке. Ну, могла и не знать, что та приехала. Поехали к Софье. Наследница все-таки. Софья, когда вы узнали, что ваш отец погиб? Сегодня. Вчера поздно вернулась с командировки. Была в совхозе «Культурный». В котором часу вернулись, помните? Около 11 ночи. Меня водитель прямо к дому подвез. Вы знали, что у вашего отца было оружие? Да. Он сам его сделал. А вы убийцу нашли? Максим Пименов. Задержан по подозрению. Кто? Что вы такое говорите? Зачем ему это? Много причин. И об одной из них ваша дочь догадывается.
Софья беременна. Я знаю. Ваш отец грозил сыну Сергею, что напишет на вас завещание? Написал? Да, папа мне его принес. А еще распоряжение о том, чтобы после его смерти все деньги со сберкнижки мне выдали. И еще копию отказа Сергея. Но сегодня утром приходил нотариус. Проходите. Софья, вы одна дома? Да, мама недавно ушла на работу. Чаю хотите? Софья, я... София, в общем, вашего отца вчера убили. Что? София, я решил вам лично рассказать об этом. Вы же знаете, я дружил с ним. Это тяжелая утрата. Для меня тоже. Как его убили? Я не знаю. Знаю только то, что это произошло в доме. Все остальное на уровне слухов. Поэтому я даже не хочу. В общем, в ближайшее время с вами свяжется следователь. Что же теперь? Сонь, я к вам еще по профессиональному вопросу. Ваш отец оформлял на ваше завещание. Я знаю, у меня копия есть. Да, согласно закону, завещатель в любой момент может аннулировать завещание или переписать его. В общем, я не знаю, по каким причинам, но на прошлой неделе отец аннулировал ваше завещание и забрал у меня оригинал. Вот как. А как зовут нотариуса? Трушин Михаил Никифорович. Вторая городская нотариальная контора. Ну, как вам такой поворот? А почему нотариус на утро следующего дня уже пришел к Софье? Ну, не знаю. Тут, наверное, объяснение простое. Выполнял свой долг. Хотя все бы нотариусы такими были. Думаю, причина, скорее всего, в том, что он был товарищем Каменского. Все равно не могу понять, почему Каменский так много внимания уделял завещанию. Как будто знал, что его убьют. Ну, может, и не так много, как кажется. Ну, не знаю. Софья в любом случае получает половину. Вторую половину Сергей. Законы с тех пор, кстати, по сути, не изменились. Но вы должны не забыть, что если кто-то из наследников замешан в убийстве, то по закону этот человек лишается права наследия. Неужели Никишов продолжал кого-то из детей Каменского подозревать? Думайте, Артем, думайте. И копия этого аннулированного завещания у вас есть? Да, вон там. Сиди, сиди. Я сейчас принесу. В этом секретере никогда ничего не найдешь. Типовая советская мебель стала массово появляться в 60-е годы, когда граждане начали расселяться из коммунальных квартир в отдельные. Проектированием гарнитуров занимался Всесоюзный проектно-конструкторский и технологический институт мебели. Созданный в 1962 году, он, по сути, копировал наработки западных стран, той же шведской IKEA, которая уже со второй половины 1950-х делала собираемую мебель, перевозимую в плоских упаковках. Новую мебель приходилось, как тогда говорили, доставать. Особым шиком считались мебельные поверхности, покрытые твердым блестящим лаком. Типовая мебель порождала типовое оформление. В открытых полках, секретерах, книги, блокноты, фотоальбомы. В серванте, сервизы, чуть позже – хрусталь.
Примерно в конце 70-х в домах стали появляться стенки – набор мебели одной высоты с нишей для телевизора и другой аппаратуры. Многие считают, что приобретение стенок вызвало у многих стремление собрать библиотеку. Полки в мебели нужно было заполнять. Опа! А это что? Это пистолет отца. Что он тут делает? Я не знаю. Соня была в командировке. Следовательно, никто, кроме вас... Нормально. Это вы ненормальный. Я вчера там протирала. Значит, принести его могли только вы. Нет смысла слушать эту пустую болтовню. Оружие я изымаю. И предъявляю вам и вам подозрение в причастности к убийству Виктора Каменского. И не удивлюсь, если вы действовали в сговоре со своим женихом. Я зам главного редактора краевой газеты. Фельетон хочешь? Хочу. Где были вчера вечером? На работе до 10 вечера. Верстку сдавала. А потом дома. Ладно. Передумал. Не нужно фельетон. Отпущу под подписку, а сейчас вы должны проехать с нами, снять отпечатки пальцев. В собственном доме застрелен замначальника Краснодарского опытно-конструкторского бюро Виктор Каменский. Орудие преступления на месте не нашли. Из дома пропал самодельный пистолет типа «Велрот», который сконструировал и изготовил сам хозяин. Выяснилось, убитый составил завещание, по которому Софья, его дочь от первого брака, становилась наследницей всего состояния. Когда сыщики наведались в квартиру Софьи и ее матери, то там нашли пропавший пистолет Виктора Каменского. Доброе утро. Уверен? Нет. Алиби Софьи Каменской подтвердил водитель машины редакции. Она действительно была в совхозе «Культурная», а это 40 километров. Но я не сомневался. В том, что было в совхозе? В том, что водитель подтвердит. Черный выигрывает. Ну что, есть результаты баллистики? Да. Этот Каменский просто гений был. Пистолет в часике. Каждая деталька к детальке подогнана просто идеально. Умеешь ты по-деловому докладывать. Застрелен Каменский действительно именно из этого пистолета. Но есть интересная деталь. В магазине я нашел нитку. Блестящую? Люрекс с шерстью. И что это значит? Ты совсем за модой не следишь? Тонкая блестящая нить. Когда магазин вставляли в пистолет, зацепили одежду. Может, кофточку, а может, шарфик. Но мужики такое не носят. Нужно проверить гардероб Софьи и матери. Да. Понял. Объявилась Мария Яншина и ее муж. Поехали. Белых, где ферзь? Мария, вашего бывшего мужа убили. Витьку? Вот холера. Что же теперь моим Серегой будет? Ну, парень инвалид. Теперь вы о нем позаботитесь. Она позаботится. Я по документам ему никто, лишена родительских прав. Ну и потом, за какие шиши? Говорила, обеспечь сына. А теперь что, на паперть? Ну, и там люди. Мария, где вы и ваш муж были 18-го вечером? В Туапсе. Муж картину рисовал. 3 дня в Туапсе.
Я никогда не был в Туапсе. Как не был? Ты что, с ума сошел? Я что, вру? Врете. Соседка видела, как 18-го утром вы угрожали своему бывшему мужу. Да? Наверное, что-то перепутала. А угрожать я ему всегда угрожала. Ему все угрожали. У него характер такой, любого выведет. Даже Эльку. Она ему давала чертей. Ты зачем пришла? Тебя проведать, сыночка. Уходи. Ты нам не нужна. Ты что, Эля? Ты что забыла? Сволочь! Когда ты уже нагуляешься? Эля, я не один. Тварь! Успокойся! Потом разберемся. В конце концов, я тебе не муж! Ах, вот как! Сволочь! Эля! 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 Он ни одной юбки не пропускал. Это правда. Наверняка кто сказал. Или сама заподозрила. Так, где вы были 18-го? С утра к Витьке заходила, вы же сами сказали. А потом... Да в участке мы были. В участке. Меня потом в отрезвитель отвезли. А она там до утра просидела. Да, точно. Совсем забыла девичья память. Номер отделения? Да наше отделение. Зиповское. Дима, позвони, проверь. Вещи ваши покажите. С Люриксом что-то есть? С Люриксом? Ничего, проверяйте. Так, справка из Зиповского РВД. Угу. Действительно, супруги Яншины были задержаны и доставлены в РВД. Супругу Марию задержали до утра, а мужа ее отправили в отрезвитель. Угу. Получается, что они никак не могли быть в доме Каменского. Да еще и в таком состоянии, что вряд ли бы с оружием справились. Да, столько вопросов, что я уже начинаю путаться. Ну, так вы определите главный вопрос. Да у меня два главных. Так. Каменский мужик с характером. Почему он все время менял свое решение? Ну, а второй вопрос простой. Как пистолет попал в дом дочери? Хорошие вопросы. Вот когда вы поймете, что их связывает, вот тогда все встанет на свои места. Ой, ну а что их может связывать-то, а? Завещание на сына оформить. Добрый день. Следователь прокуратуры Никишов и оперативник Белых. Нам надо задать вам пару вопросов по поводу Виктора Каменского. Да. Да, я вас слушаю. А Ирина Альбертовна будет позже. Перезвоните, пожалуйста. Проходите, садитесь. Чай, кофе. Нет, спасибо. Как давно вы были с ним знакомы? Лет 5. Он у меня генеральным доверец на машину делал. Документы на квартиру кооперативную. А что с квартирой? Ну как что? На дочь Софью. Дарственную. А с завещанием? А вот с завещанием странная история. Было бы завещание, да только вот неделю назад Каменский пришел ко мне и аннулировал завещание. Зачем? Нотариус вопросов таких не задает. Единственное, могу сказать, что он был какой-то расстроенный. Понятно. Скажите... Да. Да, свободен. Да, можете прямо сейчас, да, подходите. Скажите, а вот сейчас, когда отец умер, Мария Яншина, мать, будет заботиться о сыне? Нет. Она лишена родительских прав уже 7 лет. Сергей подписал, что после смерти родителя опекуном становится Элеонора Братусь. Зачем? Алло. Зачем? Я еще раз повторюсь.
Нотариус таких вопросов не задает. Он лишь отвечает на вопрос, имеет ли на это право заказчик или нет. Да, в принципе, оно-то и правильно. Насколько я знаю, Эленора заботливая. Ясно. Спасибо. Всего доброго. Пошли, сынок. Всего доброго. Интересно, Элеонора знала про завещание? Могла и не знать. Хотя хозяйка и женой на себя считала. Да при чем тут женой? Опекуном. Опекун имеет право полностью распоряжаться деньгами подопечного. Если, конечно, опекаемый не против. А он не против. Да, парень к Элеоноре очень хорошо относится. Поехали к ней. Элеонора Петровна, неудобно спрашивать, но бывшая жена Виктора Ивановича рассказала, что стала свидетелем сцены ревности. Мария, что ли? Это пьяница? Она расскажет. Но отрицать не буду. Витя иногда давал поводы. И время от времени я устраивала ему сцены ревности. Но расставаться с ним из-за этого... А почему он с вами не расписался? Витя считал, что третий официальный брак – это слишком. Но я была ему нужна, особенно Сереже. Мальчик очень ко мне привязан, и я его люблю. Тихо, инвалид. Сергей! Сергей, успокойся! Сережа! 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 Успокойся! Успокойся! Не бей! Не бей! Не бей! Успокойся! Успокойся! Элеонора братусь? И ради чего? Ну, не так уж и мало. Она видела, что добро уплывает из ее рук. А рассчитывать на то, что Виктор женится на ней, она не могла. Измены. В любой момент он мог указать ей на порог. Ну, так кооперативная квартира уже ушла дочери. Все остальное пополам между Софией и Сергеем. К тому же Сергей пьет, инвалид. Да. Заставить такого человека переписать все на братусь не составило бы труда. Он-то к ней очень сильно привязан. Да и смерть такого человека не вызвала бы больших разбирательств. Пополам. Пистолет найден в квартире Софи и ее матери. А это очень серьезное доказательство. Если бы женщины нашли пистолет сами, то наверняка бы остались отпечатки пальцев, потому что они взяли бы его в руки. А причастный к убийству наследником не является. Но как пистолет попал в их квартиру? Вы думаете... Да. Борис Семенович, то, что Элеонора и нотариус одноклассники, я считаю, это очень интересный факт. Да. От одноклассника до подельника один шаг. А у вас среди одноклассников бандиты есть? Было двое. Я их посадил. Заходят в контору. Зашли. По
Поехали. Извините, что без стука. Вижу, Михаил Никифорович, какая Элеонора прекрасная женщина, вы знаете не понаслышке. Это что, преступление? По какому праву вы вообще врываетесь? По праву подозрения в убийстве и сговоре. Это ты убила Виктора Каменского? В магазине пистолета найдена нить от твоего шарфа, а ты? Участник сговора. Каменский не забирал у тебя завещание, ты сам его забрал. И подкинул пистолет в квартиру Софьи Каменской. Чистосердечное признание облегчит наказание. Составление завещания зарегистрировано 1 ноября 1974 года. Она его спалила. Я вообще не знал, что она его убьет. Я не знал. Ничтожество! Я не знал! И вообще, она говорила, что он смертельно болен и сам умрет. Суду расскажешь. Да. Белых, отправляйся к ней домой. Куртка и шарф на вешалке. Отправь на экспертизу. А вы, граждане, задержаны. Ну что ж, на шарфе обнаружили частицы пороха. Вязать любишь? Стрелять любишь? Не женщина, а мечта. И коня остановит, и в избу войдет. Записку Пиманову писала ты? Он меня использовал, держал как собачонку, считал своей прислугой. Что мне грозит? Зависит от раскаяния. У нас женщинам вышку дают? Да, но редко. Однажды у нас с Витей произошел очень показательный разговор. Ты о сыне подумай. Как он без меня? А я тебя не выгоняю. Живи. За Сергеем присматривай. На каких правах? Ты что, совсем уже? Могу платить. Хочешь, опекунство оформим. Жениться он на мне не собирался. Прошлой осенью Трушин звонит и рассказывает о завещании. Тогда я поняла, почему он опеку так легко оформил. Копейки. Когда план созрел? Софья со своим женихом так себя вели, что сами все подсказали. Осталось только Трушина соблазнить. Он этого и хотел. Пистолет я забрала накануне утром. Уехала к матери, дала ей снотворное. О! И начала действовать. Как вы со временем подгадали? Витя педант был. Все по расписанию. Завтрак, обед, ужин. Ужин всегда в 20:30. Все просто. А ключи всегда терял и забывал? Да. Но ключи это так, для большей путаницы. План ты хороший связала. Вязать умеешь. Да, только с Люрексом не повезло. А что так расстроилась? Из-за Люрекса? Мы тебе на зону передадим. Помните, я поставил два вопроса. Почему Каменский менял свои решения и как пистолет попал в квартиру его дочери? А я вам сказала, что если вы найдете между ними связь... Нотариус. Да, Каменский не менял
завещание. По его мнению, оно оставалось все время в нотариальной конторе. Да, пистолет подбросил нотариус. За все свои дела он получил 8 лет, и потом уже никогда нотариусом не работал. А вот я вижу приговор по братусь, 10 лет. Интересно, она вышла? Вышла. Правда, прожила недолго. И досматривала ее, ну, вы уже сами догадались. Сергей, ну что ж, видимо, он нашел ей оправдание. Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел, истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики, они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас особый случай. Я покажу. А теперь возьми шар и завяжи себе глаза. Это такая игра. Мне это уже нравится. Иди ко мне. Уже пошел. Такой уж мрачный характер в поэзии Байрона. Когда обрушишь ты удары на хладный камень гробовой. Ой, ну Иванище, Семен Львович, что вы меня к туалетам притащили? Тоже мне романтик. Пардон, Ниночка Моисеевна, однако год назад мы с вами здесь познакомились. Семен Львович, вы помните. Голубушка, вы же меня с того света вытащили. Арчибальд, ко мне! Чертов пес! Какой молодой человек. И красивый. И одет хорошо. Я вас год назад таким же нашла. Может, пьяный? Он не пьяный. Он мертвый. Милицию вызывать? Ну что же вы стоите? Вызывайте! А что такое тут? Боже мой! Артем, это что, ваше? Вы что, питаетесь фастфудом? Как вам не стыдно? Это же не настоящая еда. Ну какая же она не настоящая? Сегодня просто не успел позавтракать, вот и купил перекусить. Вот говорят вам, говорят, и все без толку. Съели бы что-нибудь натуральное, полезное. Вот, хотите мандаринку? Нет, спасибо. Хотите? Нет. Спасибо. Ну, как хотите. Что это вы там уже? Делом увлеклись новым? Да. Произошло все в Одессе 8 февраля 1984 года. Ага. В парке Шевченко пенсионеры обнаружили труп молодого человека. На место выехал следователь прокуратуры Лада Ананка и оперативник Лев Запашный. Правильно. Я знаю, как все случилось. Записывайте. Ровно год назад здесь напали на Семена Львовича. Собаки у меня тогда не было. Гулял в парке. Ну и, как водится, захотел по нужде. А когда выходил... Его кирпичом по затылку и бумажник забрали. Спасибо, Ниночка Моисеевна, рядом проходила. А то бы Богу душу отдал. И это не единичный случай. В милицию обращались? Да, конечно, обращался. Ну, кто напал, не помню. Так, спасибо. Вы тут распишитесь. Спасибо. Дай угадаю. Убийца огрел его по голове кирпичом? Верно. В ране обнаружена кирпичная пыль. Но умер он не от этого.
Щитовидный хрящ сломан. Шея вся в грязи. Ну, скорее всего, убийца нанес удар ногой. Здравствуйте. Здравствуйте. Лада Сергеевна, мы уже вас заждались. Да? Ну, тогда вводите меня в курс дела скорее. Кто он и какие предположения по убийце? Предварительная версия такая. Убитый прогуливался. Убийца грел его кирпичом по голове. Ну, и ограбил. Вот, кстати, этот кирпичик. Руслан Ильич молодец. Крошный анализ. Убитый пришел в себя. Увидел убийцу, а то, чтобы его не разоблачили, наступил ему силой ногой на... Щитовидный хрящ. Ну, пока вроде все сходится. Парень одет прилично. Видимо, и деньги при нем тоже были. А личность установили? Пока нет. При нем обнаружил. Так, тут какой-то телефон и... Квитанция из фотоателье «Роза Люксембург», 11. Ну, давай сразу туда и параллельно телефон прозвоним. Поехали. Фото сделали? Отлично. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день, молодые люди. Желаете сняться на паспорт, портрет или, может, просто семейное фото? Или у вас интерес? Интерес. Нам нужно знать имя заказчика. Один момент. Так, второе число. Так, вот, пожалуйста. Мальцев Ф. Фотография 13/18. Так точно. Сейчас найду. Тик. Мальцев. Тик. Здесь Мальцев. 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 Вот, пожалуйста. И что же натворил этот юноша? Разбираемся. Видный молодой человек. На артиста похож. Хорошо его помните? Великолепно. Он пришел ко мне щелкнуться прямо с парикмахерской. И как вы это поняли? По прическе? Ну, не совсем. Запах. От него пахло цирюльней. Ясно. А ближайшая где? А это там за углом, на Гарибальде. Фото мы возьмем с собой. Да, без проблем. Спасибо. Пойдем, Лев. Лева, пойдем. А, да. Любаша, как всегда, великолепна. Спасибо. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, вам знаком этот человек? Да, он стрижется у нас. Его обслуживает наша заведующая, Жанна Ивановна. Она мужской мастер. Жанна Ивановна, а это к вам. Здравствуйте. Добрый день. Присаживайтесь. Вам подровнять? Я по другому вопросу. Узнаете? Да. Этот молодой человек стрижется у меня иногда. А вопрос в чем? Устанавливаем личность. Расскажите все, что вы о нем знаете. Ну, приходит где-то раз в две недели. Угу. Неразговорчивый. А он что, преступник? Его убили. Боже, какой кошмар. Жанна Ивановна, я на перерыв. Вам что-то купить? Ничего. У меня все с собой. Ага, хорошо. Ну, к сожалению, мне больше нечего добавить. Ну что ж, и на этом спасибо. До свидания. Всего доброго.
Следователь выяснила, номер на календарике принадлежал венерологу Аркадию Веселовскому. Да, да. Он работал в городском кожно-венерологическом диспансере. И, по слухам, его клиентами были влиятельные люди города. Ну, тогда из этого можно сделать вывод, что убитый принадлежал к так называемой золотой молодежи, да? Можно. Войдите. Добрый день. Здравствуйте. О, Лёва, что, опять? Здравствуйте, Аркадий Петрович. Сегодня по работе. К вам этот парнишка не захаживал? Да, знаю его. Угу. Ясно. Постоянный клиент. Лечился у вас? Ну, скорее обследовался. Где-то раз в две недели приходил, анализы сдавал. Но по моей части к нему вопросов нет. Здоров. Что, женщин менял как перчатки? Лёва, чем бы корова мычала? Ты же знаешь, я не имею обыкновения лишние вопросы задавать, но сдается мне, что жизнь его половая была очень бурной. Угу. Кстати, по-моему, он забыл карточку сдать. Сейчас я посмотрю. О! Есть. Прошу вас. Феликс Иванович Мальцев, 26 лет. Улица Академика Королева, 28. Что ж, спасибо. Аркадий Петрович, мое уважение. Рад был помочь. Ну, ты забегай, Лёва, я же чё. Да, я жена. Феликс вчера не вернулся, я ждала его до утра. Звонила и друзьям на работу. Странный набор. Таблетки, коньяк. Что вы мне так смотрите? Да, я выпила и коньяк, и таблетки. Я вся издергалась, всю ночь не спала, переживала. И как? Помогло? Не совсем. Какой-то он чужой, что ли, и он, и не он. Вы что, не знаете, как ваш муж выглядит? Как бы вам объяснить? Понимаете, он в жизни выглядел абсолютно как обычный человек, а здесь прям киноактер. Я его таким никогда не видела. Ну, возможно, потому что это фотопортрет. Кстати, а где он работал? В областной хирургии, медбрат. Ну да, киностудия не назовешь. Феликс мечтал стать хирургом. Он 4 года подряд штурмовал мединститут. Но его срезали на экзаменах, сволочи. Нам нужно, чтобы вы проехали с нами на опознание. Хорошо, я готова. Просто не верится. Как будто страшный сон. Да, это он. Феликс. Здесь может курить? Нет. Нам необходимо выяснить еще один вопрос. Какой? Вот эти вещи принадлежат Феликсу? Нет. У него не было таких вещей. Ясно. Что ясно? Что ясно? Почему вы вот так вот ясно? Лучше скажите мне, что здесь происходит. Откуда у него вещи? Откуда у него фотографии? Я вообще ничего не понимаю. Лариса, успокойтесь. Пойдемте, я вас провожу. Пойдемте, пойдемте. Лев, не забудь завтра к нему на работу. Хорошо. Дай бог, конечно. Так, выйдешь замуж, а он американским шпионом окажется. Что-то я сомневаюсь, Ирочка, что он шпион. Пока. Угу. Странно. Никакой он, оказывается, не мажор.
Обычный парень с зарплатой 80 рублей. Ну, слово «мажор», в том значении, в котором вы его употребили, в те времена только появилось. Да. И наследство он тоже никакого не получал. Но где он брал деньги на девочек? Кто он? Вор, игрок, мошенник? Наш медбрат вел двойную жизнь, а жена об этом даже не подозревала. Так, я бы поговорил с его коллегами по работе. Ну, а там наверняка кто-то что-то знает. Угу. В парке двое пенсионеров обнаружили труп хорошо одетого мужчины. Ему проломили голову кирпичом и сломали щитовидный хрящ. По найденной у убитого квитанции из фотоателье удалось установить личность – медбрат областной хирургии Феликс Мальцев. Его вдова рассказала, муж накануне вечером не пришел домой. При опознании тела она сообщила, вещи, в которые был одет убитый, ему не принадлежат. Как убит? Феликс? Даже не верится. Ну, высокий, крепкий парень. Думаю, за себя мог постоять. Так, а что за шум? Руслан Андреевич, Феликса убили. Как? Феликса Мальцева? Ну вот, человек с органов сообщил. Я его друг. Друг? Да. Это хорошо. Где мы с вами можем поговорить? Ну, пройдемте ко мне в кабинет. Угу. Извините. Идемте. Кошмар какой, вообще не понимаю. Мы вместе с ним учились. Одноклассники? Одногруппники в медучилище. Угу. Правда, Феликс всегда мечтал стать хирургом, а я в облаках не витал. Окончил курсы массажа и вот. Руслан Андреевич, у меня наполовину четвертого. Подождите, пожалуйста, 10 минут за дверью. Добренько. Эта девушка еще месяц назад не ходила. Авария? Да, очень сложные переломы, но массаж творит чудеса. Популярность массажа в Советском Союзе росла с каждым годом. Во время войны массажисты работали в госпиталях, помогали бойцам восстанавливать мышечную силу. С помощью массажа удавалось ставить на ноги совсем безнадежных раненых. После войны в больницах и поликлиниках появились штатные единицы – массажисты. Информационные плакаты утверждали, 87% больных, страдающих заболеваниями опорно-двигательной системы, при лечении с применением массажа возвращаются к полноценной жизни. В 1970 году выходит фильм режиссера Элема Климова «Спорт, спорт, спорт». Изюминка фильма – сюжетная линия про старика-массажиста дядю Володю. Он считает, что в спорте будущего главное место займет массаж. Его персонаж развлекает молодежь байками на спортивную тему, фантазия в которых давно смешалась с реальностью, и герой уже сам не помнит, что было на самом деле, а что он придумал. Подожди, когда же это было? Да не так давно. Вот перед началом Первой мировой войны. Ну, был я в одной зарубежной стране, консультировал массажистов-союзников. Эх, много, Коль, я там всяких ног отмассировал. Через руки массажистов прошли и покорители космоса. Юрий Алексеевич Гагарин говорил, массаж и кто только его придумал. Приходишь усталый, а помассируешься, будто заново родился, опять готов выполнять любую работу. Вы, кстати, не хотите курс пройти? Нет, спасибо. А это... благодарность от пациента. Да. Это от шеф-повара ресторана «Жемчужина». Я ему спину поправил. Ясно. Давайте вернемся к вашему другу. Скажите, какие у него были взаимоотношения в коллективе? Ну, враги, недоброжелатели были? Нет, нет, нет. Вы что, Феликс не из тех, кто шел на конфликт. Угу. А женщины? Ой, ну... он был женат. Я знаю. Ну, вы ведь понимаете, о чем я спрашиваю? Догадываюсь. Хотя, теперь чего уж там, ладно. Пару раз попросил меня прикрыть его перед Ларисой. Медсестричка из отделения? Нет, вы что?
бы все шушукали сразу. Так что в этом я вам не помощник. Руслан Андреевич, вы уж меня извините, но у меня поезд через час. Ладно. Ставьте людей на ноги. Спасибо. Да. Еще раз соболезнования по поводу друга. А, приходите на массаж. А, обязательно. Извините. Ну, заходите. Как нога? Проходите. Что вы еще хотели? Я понимаю ваше состояние, но мы должны задать вам еще один вопрос. И он вам может не понравиться. Про любовницу? Ну... Не удивляйтесь, я просто думала. Эти фотографии, та одежда. Нет, 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 его никого не могло быть. Уверены или вы так себя успокаиваете? Меняю трехкомнатную на Таирова большая. Мы хотели обменять наши квартиры на одну большую. Планировали переехать детей. А у вас еще есть квартира? Да. Здесь Феликс прописан, а я у бабушки на Грибальде. На Грибальде? А какой номер? 18. Бабушка год назад умерла, оставила. А вы можете показать нам эту квартиру? Зачем? Там никто не живет. Ваш муж был убит в парке Шевченко. А это недалеко от Гарибальди. Если нужно, то мы можем проехаться. Нужно, Ларис. Собирайтесь, поехали. Феликс действительно вел двойную жизнь. Протоколы эмоциональное состояние не передают. Но я думаю, жена немало удивилась, когда переступила порог квартиры на Гарибальде. Еще бы. Костюмы мужские, 6, импортного производства. Сорочки мужские, 32 штуки. Брюки, джинсы, импортная обувь, 11 пар. Да, супруге стоило появиться там раньше. Я не понимаю, откуда здесь все это. Просто в голове не укладывается. В ванной французских одеколонов штук 5. Что скажете? Неужели ничего не замечали? Как бабушка умерла, я сюда целый год не приезжала. О, Господи. Мне сейчас дурно станет. А квартиру кто оплачивал? Феликс. Господи, такое ощущение, что с чужим человеком жила. Лада Сергеевна, пока мы здесь, информация по кирпичу. Отпечатков нет. Найдены следы мази на основе змеиного яда и камфоры. Что это значит? Ничего утверждать не могу. Возможно, у нашего убийцы больные суставы. Или змеи. Проходите. Ларисочка, детка, горе какое. Кто ты такая? Соседка. А я уж подумала, вы разменялись. На днях молодая женщина приходила. А поточнее, когда приходила? В воскресенье 5-го. Открыла своим ключом. Описать сможете, как выглядела? Стильная такая, песцовая шапка. Пальто с воротничком меховым. Я подумала, новая хозяйка. Хорошенькая, судя по всему. Я ее вспомнил. Боже, какой кошмар. Жанна Ивановна, я на перерыв. Вам что-то купить? Ничего, у меня все с собой. Это парикмахерша Люба. Думаешь, любовница? Смотрите сами. Парикмахерская отсюда всего в 5 шагах. Но это идеальное место для встречи. Все сходится очень удобно. Ну да, согласна. Так, мы здесь еще минут 10. Иди в парикмахерскую
и веди эту Любу сразу ко мне в кабинет. Сделаем. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, красавец-милиционер. Хотел задать пару вопросов вашей сотруднице в меховой шапке. А, Любаша. Угу. А ее сегодня нет. Выходная? Взяла больничный. Грипп. Ясно. Домашний адресок черкнете? Ну, пойдемте ко мне в кабинет. Я на память не помню. А, пойдемте. Девушка! Девушка, простите, а не подскажете, мы ищем адрес космонавтов 24, по-моему. Так вот этот дом. Пикнись. Быстро села машина. А вы к кому, товарищ? Я к Любе. А Любки нема. А вы откуда знаете? Да я ее на лестнице встретил. Поздоровалась быстро и ускакала. Минут 40 назад. Или вы, может, к Витьку? Нет, я к ней. А Витя это... Муж. Недавно с тюрьмы вернулся. Редкостный паразит. Обижает ее? Нас. Как магнитофон свой врубят среди ночи. Хавайся. Значит, общественный порядок нарушает. А он где? Дом бывает? Наш участковый поговорил с ним. Ну и мы, конечно, тут не молчали. Сейчас вроде на слободке у мамки. На слободке? Да. Добро. Спасибо. Так, ну, вроде проясняется. Ну что, поделитесь? Угу. Смотрите, парикмахерша Люба и Феликс, они любовники. Встречались на квартире жены Феликса. А тут муж Любы, Виктор Наточий, вышел из тюрьмы. Вы считаете, что это он убил Феликса? Ну, ревность, мотив известный, временем проверенный. Выследил соперника и пришил его в парке. К тому же это недалеко от парикмахерской и от квартиры, где они встречались. Ну, хорошо, хорошо. Я в магазин. Вам что-нибудь купить? Да, если можно, купите мне кефиру. Нежирного. А что, желудок болит, да? А я вас предупреждала насчет фастфуда. Ох, Артем, слушаться надо. Лада Сергеевна, я его нашел. Виктор. Виктор, вы меня слышите? Слышу. Эка, не бейте. Не будем. Из милиции. Ох, ничего себе. Кто это вы так? Ладно, Сергеевна, скорую надо. И криминалиста сюда вызывайте. Телефон в коридоре. Хорошо. А Любе спроси, пока он в сознании. Где ваша жена? Я не знаю. Кто вас избил? Я не видел их до этого. Сколько их было? По-моему, двое. Мужик и баба. Зачем они приходили? Что они от вас хотели? Они искали... Не... Виктор! 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 Ну что там, Лада Сергеевна? Пей давай. Спасибо. Руки мне развяжи, пожалуйста. Ага, конечно. Развяжу. Ну, я же вижу, что ты не такой. Ты такой симпатичный, добрый. Девушки, наверное, без ума от тебя. Да, я такой. Мишка! Мишка, ты где? Да иду я! Слушай, я вернусь вечером. Хорошо? Я буду ждать. Да-да. Доброе утро. О, здравствуйте.
Что, решили записаться на массаж? Нет, я по делу. Ну? Скажите, вы знаете этих людей? Да нет, в общем-то, это подозреваемые. Да пока не знаю. Да, скажите, а у Феликса как было с финансами? У него могли быть нетрудовые доходы? Думаю, нет. Хотя, знаете, как-то мы здесь с ним после Нового года выпивали и... Подожди, я дверь закрою. А я вот дом хочу, свой. Чтоб без тещи, она у меня вот где сидит. За это и выпьем. Давай. Ну, а ты что хочешь? Русик, ты же знаешь, я хочу стать хирургом. Опять поступать? Не надоело? Ну, лучше иди, как я, массажистом. В этот раз я поступлю гарантированно. Ты что, взятку дашь? Где же такие деньги возьмешь? Уже собрал. И договорился с человеком из приемной комиссии. Молодец. Давай. Интересно, и о какой сумме идет речь? Ну, 1008, не менее. Да. Соседка-морячка сына своего в медицинский пропихнула. Угу. Ну что ж, и в этот раз спасибо за информацию. Да. Следующий мой визит будет касаться именно вашей работы. А вот это верное решение. Всего доброго. Всего доброго. Так. Привет. А ты где был? Я всю ночь тебя ждала. Правда? Ну, конечно. Я тут тушенку с картошкой. Потом. Сначала иди ко мне. И руки мне развяжи, пожалуйста. Руки? Да. Подожди, ну дядя Боря ругаться будет. Ну так мы же ему не скажем. А ты не сбежишь? Господи, куда я сбегу? Влада Сергеевна, у меня результаты экспертизы. Присаживайтесь, Руслан Ильич. Отпечатки в комнате Виктора Анатольевича принадлежат ранее сидевшему Борису Плуэктову. Угу. Пальчики его там везде. Ну, отлично. Лев, займись им. Сделаем, Влада Сергеевна. Ананка. Да, слушаю. Что? Когда? Хорошо, спасибо. На трассе Любу подобрал водитель самосвала и еле живую отвез на ближайший пост ГАИ. Сейчас она в больнице. В какой? В областной. Получается, в той же, где и Феликс работал? Ну, получается так. В терапии. Собирайся, Лев, поехали. Спасибо, Руслан Ильич. Кто вас удерживал и где? Ну, вспоминайте, гражданка. Меня держали в подвале, и их было двое. Описать сможете? Да, один высокий и злой такой, лет 40, весь в наколках. Скорее всего, Пулуэктов. А второй? С усиками. Падки на женщин. И лет 30. А это его племянник, Миша Арбузов. Как все случилось? Мне позвонила Жанна. Сказала, что меня разыскивает милиция. Сказала, при встрече расскажет все подробности. Получается, она вас предупредила? Ну да. Я, когда подъехала к ее дому,
Два амбала затащили меня в «Жигули». А за рулем сидела Жанна. Заведующая парикмахерской? Вот это номер! Выходит, она вас не предупредила, а заманила в ловушку? Получается так. Меня увезли за город и держали в подвале. И чуть не изнасиловали. Я вам сочувствую. Что хотела Жанна? Денег. Я вам сейчас все расскажу. Я устроилась в парикмахерскую в ноябре прошлого года. Однажды я стригла очень красивую девушку, хорошо одетую. Мне понравилось. Красивая такая, холеная. Как с обложки журнала. Так она ж проститутка. Как? Девочка моя, вот так. Не может быть. Феликс часто к нам заходил и стригся только у Жанны. Я как-то совершенно случайно услышала их разговор. Я хочу больше. 70 для тебя мало? 80. Зайчик, а не зажрался ли ты? Думаешь, я не знаю, что ты клиенток на лето берешь? Смотри, не подавись. 70. И разговор закончен. И тогда я сложила 2 + 2. Феликс занимался проституцией? Что, поперхнулись? Может, вам по спинке постучать? Нет, нет, спасибо. Вы меня как-то по голове погладили. Ага, ну простите. Тут просто такое. Да. Оказывается, Феликс... Да-да-да, предоставлял интимные услуги некоторым состоятельным женщинам в городе. Жиголо. Первоначально слово «жиголо» обозначало наемного партнера для парных танцев. В 1980 году вышел фильм-мюзикл по мотивам одноименного рассказа Сомерсета Моэма «Жиголо и Жиголетто». Главные роли сыграли артистка балета Екатерина Максимова и ее супруг, хореограф Владимир Васильев. Писатель характеризует своего героя так. Сид с 18 лет был танцором жиголо. Он был очень хорош собой, смуглый, похожий на испанца и горячий. Старухи и пожилые женщины охотно платили за то, чтобы потанцевать с ним. И он никогда не сидел без работы. Постепенно понятие трансформировалось. Теперь жиголо – мужчина, предоставляющий платные интимные услуги, как правило, богатым женщинам. Почти полвека назад с конвейера Тольяттинского автозавода сошла первая модель «Жигулей», названная в честь Жигулевских гор на берегу Волги. Однако на экспорт автомобиль пришлось отправлять под маркой «Лада». Причина в том, что слово «Жигули» иностранные потребители ассоциировали с сомнительным понятием «жиголо». Значит, «жиголо». И никакими любовниками с Любой они не были. Да. А я, дурочка, пришла домой и все рассказала Витьке. Это муж мой. Ну и шутки ради сказала ему, ты не хочешь этим тоже заняться? Ну, так, чтобы дома не сидеть без дела. А он что? Предложил ограбить Феликса. Я была против. Ну, это вы себя выгораживаете. Да нет, вы не знаете Витю. Он бы меня убил, если бы я отказалась. Ладно, давайте дальше. В парке двое пенсионеров обнаружили труп хорошо одетого мужчины. Ему проломили голову кирпичом и сломали щитовидный хрящ. Убитым оказался медбрат областной хирургии Феликс Мальцев. Под подозрение попадает парикмахер Любовь Надточий. Сыщики уверены, девушка встречалась с убитым. Но Люба рассказала, никаких любовных отношений с Феликсом у нее не было. Он занимался проституцией. У него водились деньги. Когда про это узнал муж Любы, то решил ограбить Мальцева. Ладно, давайте дальше. Я позвонила Феликсу и назначила ему встречу. Где и когда?
В воскресенье 5 февраля. В доме моей свекрови. Виктор отвез ее в деревню. 5 февраля. За 2 дня до убийства. А теперь возьми шар и завяжи себе глаза. Это такая игра. Мне это уже нравится. Иди ко мне. Уже пришел. Потом Виктор привязал Феликса к стулу. Гони бабки, или отрежу твое хозяйство, по самое не хочу. Там пальто в коридоре. Бери все, что хочешь. Ты что, не понял, Фрая? Мне нужны все твои деньги. Где ты их держишь? Все, все, я все, все, все скажу. Ключ, пальто. Иди проверь. Тогда я поехала в квартиру на Гарибальди. Это рядом с нашей парикмахерской. На антресоле лежали деньги. Сколько? 10 000. Ну и мелочь. Я сразу позвонила Виктору, и он отпустил Феликса. А теперь расскажите про вечер убийства. А что рассказывать? Я ничего не знаю. Я была у подруги и осталась у нее ночевать. И она может это подтвердить. Можно вас? Скорее всего, это заведующая парикмахерской забрала деньги Феликса. И они хранились у ее мужа. Убила 2 зайцев, убрала обнагревшего работника и забрала его деньги. Версия рабочая, Анна Сергеевна. Нужно действовать. Хорошо, берем Жанну. Узнай, где ее дать. Работаю. Ну что, ты закончил? Жанночка, пару минут и помчим. Здравствуйте. Здрасте. Какими судьбами? Да вот, мимо проходили. Решили в гости зайти, сидеть. У Луэктов не споткнись. Попался, голубчик. Жанна Ивановна, мы с этим серьезным товарищем просто горим желанием осмотреть ваш подвал. Хорошо. Секундочку. Паш, этого тоже забираем. Будет сделано, Лев Геннадьевич. Пойдемте, Жанна. Похвастайтесь вашими запасами консервации. В подвале вашего загородного дома мы нашли вещи любви над Точей. А ее муж Виктор при смерти. Ему отбили почки. Пулаектов перестарался. А я тут при чем? При том, что всем этим руководили вы. Кроме того, Арбузов и Пулаектов дали показания, что вы занимались сутенерством и получали с проституток хороший доход. Ну что вы от меня хотите? Я обычный парикмахер. А Феликс ваш обычный клиент? Да. За что вы его убили? Деньги не поделили? Ребята, да вы что? Я его не убивала. Но он мне как родной был. Оказывается, Жанна занималась сутенерством давно. 2 года назад ей пришла в голову мысль, так сказать, расширить прейскурант услуг. Да-да, она тогда как раз попала в больницу с гнойным аппендицитом. Ну и там приметила Феликса. Он же высокий, красивый, женщины таких обожают. И вы решили предложить ему поработать мальчиком по вызову. Многим женщинам необходимо мужское внимание. А позволить себе любовников они не могут. Из-за репутации. Вы Любу зачем похитили? Мне нужно было у нее забрать то, что ей не принадлежит. Деньги Феликса? Кстати, а где они? Откуда мне знать? Ой, Жанна Ивановна, вы разобрали дом Виктора практически по кирпичику. Неужели не нашли? 10 000 рублей, это же не мелочь. Ищите. Это же ваша работа. Найдем, не сомневайтесь.
Феликса когда последний раз видели? Когда Люба и Виктор его ограбили. В тот же вечер ко мне приполз. Жаловался, что его облапошила какая-то рыжеволосая баба. Да. Хорошо, Люба замаскировалась. Ну да. По его описанию никогда бы не подумала, что это она. Ну как же вы тогда догадались, что это Люба? Так вы же мне помогли, когда пришли в парикмахерскую и спрашивали про нее. Ну теперь ваша очередь нам помогать. Где вы были в вечер убийства Феликса? Послушайте, чего мне его убивать? Он приносил мне живые деньги. Глупо резать курицу, которая несет золотые яйца. Ну, причину всегда можно найти, правильно? Лев Геннадьевич, уведите гражданку. Пусть подумает. Пройдемте. По Любе. 5 числа она ночевала у подруги. Есть свидетели. А вот с Жанной проблемы. Что, алиби не подтвердилось? Подтвердилось. В вечер убийства она со своими подельниками ужинала в ресторане Братислава. Да, кстати, и денег мы не нашли. Это плохо. Остается проверить мужа Любы. Угу. Какая у него палата? 3-я. Пришли. Простите, милиция. А кто это? Виктор Наточий? Он самый. А вы его мама? Да. Отмучился бедный. Витенька умер у меня на руках. Примите мои соболезнования, гражданка. Так и не пожил. Вы присядьте. Его только Русик не забывал. Настоящий друг. Вот, принес. Думал, как Витька выздоровеет, вместе выпьют. А оно вот как вышло. Разрешите? Ахтамар? А фамилия Русика случайно не Иванов? Иванов. Одноклассник. А вы что, его тоже знаете? Спасибо, Лада Сергеевна. Нам с вами срочно нужно пройти в массажный кабинет. Зачем? Здрасте! Так, я не понял, это больница. Вы что, стучать не учили? Так вот, значит, чья вы любовница. Лев. С ядом гадюки. Застегивайте штаны, гражданин массажист. Так у Любы все-таки был любовник. Одноклассник мужа. Да-да. Угу. Вот когда Виктора посадили, он как друг семьи пришел утешать несчастную супругу. Так. Алла Матвеевна. У вас там, случайно, таблетки от живота не завалялось? О, Господи. Сейчас посмотрю. Кстати, о лекарствах. Мазью со змеиным ядом пользовался Руслан. Кстати, воспаление суставов – это профессиональное заболевание массажистов. А змеиный яд – очень эффективное средство при подобных заболеваниях. Держите, Артем. Спасибо. 3 раза в день по одной. Видимо, из-за постоянного использования мазь впиталась в кожу рук массажиста, и он оставил ее на орудие убийства, на кирпиче. Ну да. И запивайте хорошенько. Да уж. Спасибо. Вперед. Ну вот и славно, что комедию ломать не стали. Садитесь. Так, давайте все по порядку. По порядку? Как-то я пришел к Любе подстричься и увидел в зеркале проходящего мимо Феликса. Не верти головой, тебе ухо могу отрезать. Но он не заметил меня, и тогда Люба мне все о нем рассказала. И у меня созрел план. Спектакль с завязанными глазами? Да, расчет был на то, что он никого не узнает, а в милицию не пойдет, потому что деньги незаконные.
Виктор знал, что вы в этом тоже принимаете участие? Да он даже не догадывался. Люба рассказала ему о нашем плане. Правда, сказала, денег всего 1000. Ну да. Для вчерашнего зэка и 100 рублей состояние. Да я был уверен, что Витька согласится. Когда Люба забрала деньги, она 9000 передала мне, а 1000 повезла Витьку. Бедный Витек. Он даже не понял, что его облапошили. Собственная жена и верный друг. Только морали мне не хватало. На следующий день ко мне приходит Феликс. Плачется. Его ограбили. Ой, извините, Руслан Андреевич, да? Я шарфик забыла. Ты что, прическу поменяла? Ага, только из парикмахерской. Во. Этот запах парикмахерская. Вот в чем дело. Я знаю, кто меня грабил. Кто? Кто-то из парикмахерской, где стригусь. Завтра же разберусь с этим. А, да ты что, Феликс, брось. Давай лучше выпьем. О, нет. У меня 8 часов встречи, я побежал. Да, Феликс! Потом. Когда я понял, что он пойдет к очередной клиентке, я не мог допустить, чтобы он вычислил Любу. Ну, что дальше? Дальше? Дальше я проследил за ним от той квартиры, где Люба забирала деньги. Палку вы, конечно, перегнули. На горло наступили. Лучшему другу. Ну, как ваш желудок? Помогла таблетка? Да, помогла, спасибо. Я вам сколько раз говорила, нельзя употреблять ненастоящее. Я понял ваши намеки. Еда ненастоящая, любовь ненастоящая. И все это приносит страдания. Эк, вы глубоко копнули. Честно говоря, я ни на что не намекала. Ну, раз так получилось, очень хорошо. Оно и ладно. В любом случае, по поводу быстрой еды я выводы сделал.